Лене рамена из лапши кимчи, самьянг, чан рамена, но почему-то никто не говорит, как сделать роллтон next level. Если ваш батя сидит, масло от роллтона можно отправлять ему в передачках. Не спрашивайте, зачем оно нужно на зоне, думаю, самые умные уже догадались. Заливаем роллтон кипятком при открытой крышке и оставляем на 5 минут. Готов поспорить, что попробовав мой рецепт, вы охуеете, что такое вообще возможно, ведь это совершенно другой вкус и ощущение. Внимание, это самый важный момент в рецепте, его нельзя игнорировать, и плевать я хотел на ваши вкусы, вам придется переступить через себя и слить весь бульон. Иначе именно этот рецепт не получится. Получится хуйня, если воду не слить. Просто смиритесь с этим и повторяйте за мной до последней капли. Чтобы придать роллтону вкус и вязкость, наливаем пару-тройку столовых ложек соевого соуса. Лапша им постепенно напитывается, становится коричневой, и теперь ее легко можно брать палочками. Охуеть! Трум-трум лайфхаки. И быстренько сообразим что-нибудь странное. Взбиваем яйцо. Крабовые палочки режем надвое, уж больно они длинные. Макаем в яйцо и перемешиваем. Если вы думаете, что я дебил, который просто жарит палочку, нихуя, я физик-теоретик. В дереве содержится влага, и при опускании в нагретое масло по пузырькам воздуха мы можем увидеть... Ой, в общем, больше не надо проверять масло руками. Обжариваем примерно по минуте с каждой стороны. Посмотрите, что получилось. Кстати, охуенная закуска к пиву. Ну вот и все, Rolton Next Level готов.